Не все это пизда. Сейчас мы отрежем. Майку пришел пиздец. Контрабасист, я. Контрабастер с группы. Карабаса. Карабаса слово вообще заебись. Все, мы все придумывали, сидели, какие можно группы, как вот можно придумать название там. Он говорит, то пеликан назовем группу. Говорю, пеликан такая есть команда. Пеликан есть? В Сибири в 80-е была группа «Пиздотий колобок». Пиздотий колобок. Я послушал бы. А я не нашел. Их нет ВКонтакте. Их нет ВКонтакте. Я слышал про группу «Металлообработка» или как-то. Это надо в Омск ехать искать. «Металлообработка». Это, блядь, маньяк. Вообще, просто Майк. Покажи свои пальцы. Майкл руки-ножницы, блядь. Сейчас смотри, а вдруг отрежешь нахуй струны. Блядь. Кого, блядь? Струны, блядь. Чем, блядь? Это прозрачный, ёпс. Ебан. Майк, покажи тебе руку. Ебать по металлу. Продолжаем, блядь. Пишем вторую часть гитары, нахуй. Ну как, нормально? Ну так, да, Ваня уже начинает. Давай, тихо. Я посмотрю, где у тебя там что. Начинает тихо. Ну ты уже больше. Итак, как Майк, как брутальный Майк превращается в маленького нытика. А, ты уже больше режешь, блядь. Обрезание, блядь, делаю. Он не даст выкинуть где-то видео, потому что Майк у нас яйцастый. В принципе, это никогда не поздно, блядь. Блядь, ну прикинь, так вот. Что у тебя руки трясутся? Страшно. Пальцы отрежься нахуй. Прикинь, так, ой, блядь, пальцы, блядь, все ходят за мою койку отрезаны. Это надо, блядь, ногу сломать, тогда вообще проблема отпадет с пальцами. Да. Блядь, забудешь, да, про эту блядь. Все будет хорошо. Подстриг, блядь, ногу. Все, нормально, Майк, готов? Блядь, зацепился, ладно. У меня нет практики в заматывании пальцев, блядь. Хуяк шкуру отрезал. Заорал. Я так чувствую, мы сейчас вторую гитару запишем. Это Гена играл. Как изменить принцип звука? На тех же самых настроек. Да, короче, деревянный. Да заебал ты, дай хуй с тобой. А руки трясутся. Может, ты наркоман? Бедный Майк. Теперь смотрит, куда попадает. Он не чувствует. Он уже не звучит, да?